Российской академии естественных наук, доктор технических наук, профессор Олег Леонидович Кузнецов. Дорогие участники конкурса, я рад приветствовать всех в этом зале по столь торжественному событию, которое объединяет большое количество людей с высокой пассионарностью, с отношением, гражданским отношением к сохранению окружающей среды. Российская академия естественных наук, которая и в 2003 году, и вот в 2017 году активно участвует в организации и проведении этого конкурса «Экомир». С самого начала, в течение 25 лет, экологический императив в этой самой крупной общественной научной организации России, экологический императив был всегда во главе ее деятельности. Только три факта. Первое, что по поручению Владимира Владимировича Путина в 2000 году Райент вместе с учеными РАН подготовил текст национальной экологической доктрины Российской Федерации, которая была утверждена затем на Госсовете. Во-вторых, был создан примерно в те годы общенациональный экологический союз, который включал экологов, в том числе экологов-алармистов, экологов-конструктивистов, если так можно выразиться. И в-третьих, в 1994 году Райент выступил инициатором создания удивительного университета в Дубне, это университет природного общества и человека, в котором сейчас реализуются очень интересные экологические проекты практически каждый год. Я хотел бы сказать, что решением, единогласным решением президиума РАЕН, высшая награда конкурса, нашего сегодняшнего конкурса, это орден за спасение жизни на Земле и большую работу по сохранению дальневосточного леопарда в качестве председателя наблюдательного совета автономного некоммерческой организации «Дальневосточные леопарды», сопредседателю президента сверхпредставителю президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Борисовичу Иванову мы с огромным уважением хотели бы вручить нашу высшую награду. Это орден за спасение жизни на Земле. Награду вручают Елена Владимировна Панина и Олег Леонидович Кузнецов. Награждается председатель наблюдательного совета Организации «Дальневосточные леопарды», специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Борисович Иванов. Конечно.